как накладывать слои, а попробовать немножко по-другому. И все краски, которые я буду использовать, если что-то останется, конечно же, я сделаю другую картину. Значит, что использовала? Я использовала одну часть красок обычных арт-деко или те, которые используются для обучения, школьные краски акриловые. И использовала, значит, одну часть красок, две части Floyd Roll'а, и в каждую такую вот баночку добавила, или стаканчик добавила, по две капли силикона. Значит, здесь у нас будет зима, здесь у нас будет весна, здесь у нас будет лето и осень. Итак, у нас получилось 4 сезона года. Здесь у нас весна, это зима,
весна такая цветущая, и еще с такими вот вода как бы синие, листочки. И здесь у нас лето красочное, зеленое, и, конечно, осень более темная и, скажем, такая более насыщенная. Вот так получилось. В принципе, я довольна работой, потому что никогда неожиданно не знаешь, как это все получится. Но вот я могу вам показать, то есть смотрите сами. И когда работа высохнет, я покажу вам результат.